Так, это специально делаю съемку для озвучивания настроек фотоаппарата. Спрашивают часто в комментариях. Это Nikon Coolpix UltraZoom 5000. Сейчас ISO стоит 125. Выдержка максимальная 1 к 30. Режим видеосъемки. Да, и это у нас 26 марта 2021 год. Харьков, 19-14 по Киеву. Снимал сейчас МКС. Так, теперь смотрим, что я делаю. Я уменьшаю колесиком выдержку 1 к 80. 1 к 125. Маленький кратер, ты мой золотой, смотри, какая ты красавка. Хоть что-то рикоши там прошло, да? Ticket to the moon. Так, ISO 125. Резкость вручную, что было только что заметно. Зум максимальный, 125 оптический и 4 цифровой. Диафрагма 8, F8, меньше не ставится при таком зуме. Просто физически не ставится. В подбрюшье кратера тихо. Наш овальный кратер. Так. Поехали дальше. 1 к 200. Выдержка. Думаю, достаточно. Нудная информация. Перейдем к нашей очаровашке. Луна. Кратер Аристарх. Вчера я его практически не распознал. Ты посмотри, как, зараза, четко видно, а? Что же такое сделал с фотоаппаратом? Что он так классно стал снимать? Кратеру Аристарх 60 миллионов лет. Один из самых молодых кратеров на Луне. В который раз повторяю, мы с ним практически ровесники, да? Когда там человечество второй шанс обрело. И динозавров астероид изничтожил 50 миллионов лет назад или 60 миллионов лет. Ну, кстати, может, это осколок астероида, накрывшего динозавров, и Аристарх образовал на Луне. До Луны сейчас 367, по-моему, тысяч километров. Послезавтра полнолуние. Да, ну конечно, все остальное выглядит очень темным с такими настройками. На что навестись? В сторону заката, наверное, сейчас наведусь.
и буду увеличивать выдержку. Увеличил выдержку, увеличиваю диафрагму. Ну, до таких степеней при ISO 125 можно светочувствительность повысить. Ладно, пойду я, наверное, сейчас выложу видео, которое снял, и буду идти, наверное, на второй заход с МКС. Там он, конечно, уже не так долго до горизонта будет лететь на востоке. Но все же что-то может быть. Не понимаю, почему на ISO 125 его не поймал. Очень странно, фотоаппарат его не видел, или я просто плохо целился. Так, давай уменьшимся. Один к 320, один к 400, один к 500, один к 640. Ёлки-моталки, и все время красиво. Один к 800, один к 1000. Но уже темненько, конечно. Ладушки, ладушки, где были у бабушки? 19:21. Бабушке надо позвонить. 19:21 по Киеву в Харькове. 26 марта 2021 года.